я считаю, что прислушиваться должны. Ну, опыт у них тоже должен быть свой. Ну, а как? Без советов старших это тоже... Опять же, у старших свой опыт, у детей свой опыт. Наверное, должны, но это сложно им это объяснить, поэтому задача родителей – это донести до их сознания, чтобы они поняли, что определенные действия сделать необходимо. Если родители относятся внуков к родителям пренебрежительно, соответственно, и дети будут, внуки относиться так. Но если в семье заведено, что человек с возрастом – это авторитет, значит, должны относиться и соответствующе. Опыт, потому что больше информации, потому что это забота старших. Это могут быть там бабушки, дедушки, родители, педагоги, воспитатели. Но если это, опять же, идет на благо ребенка. Дети к старшим прислушиваться должны, не исключая своего собственного мнения. И это прислушивание должно быть обязательным уважением к одной и другой стороне. Тогда только это положительный эффект. Если этого нет с одной и с другой стороны, то тогда это пустота, прислушивание. Они прислушиваются и мотают себе на ус, и поступают наоборот.